Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня видео о моей косметике на май месяц. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. В прошлом месяце у меня такое видео не выходило, потому что особо ничего не добавляла в свой уход, ну и поэтому не снимала. Ну, может быть, я пару продуктов добавила, но это не потянет на целое видео. Ну а в этом месяце немногим больше, в общем, есть что показать. А во-первых, у меня есть в коллекции вот такое мыло Grass Милана, увлажняющее крем-мыло. Это мне дарила Марина Лимон, привет тебе, огромное спасибо. Мыло хорошее, оно имеет приятный аромат, но здесь объем целый литр. И, короче, я его сейчас стала использовать как жидкость для мытья посуды. То есть, ну, здесь, конечно, понятное дело, дозатор присутствует, все такое, но я просто переливаю в небольшой дозатор и как бы вот использую. Таким образом я и решила его закончить. Следующее — это гель для душа от Nivea, крем и абрикос. Здесь объем 250 миллилитров. Я очень хотела купить этот гель для душа. И как-то в Магнит Косметик, когда у меня был сертификат на 500 рублей, в общем, я его и взяла. То есть он мне обошелся или бесплатно, или за какие-то копейки, потому что, ну, я там взяла чуть больше, чем на 500 рублей. Ну, там, может, 10 рублей, вот как-то так, может, получился, не знаю. Дело в том, что из бутылочки он очень приятно пахнет, действительно ощущается абрикос, вроде бы все классно, прям вот настоящий абрикос. Но когда он соприкасается с водой, он трансформируется в нечто противное, очень противное. И я как бы когда купила, мне стало интересно, я естественно воспользовалась. Один раз попользовалась, думаю, может просто плохо себя чувствовала. Знаете, как бывает, иногда давление очень низкое, там голова болит, как-то ароматы воспринимаешь. Но нет, прошло время, еще раз воспользовалась, такая же ерунда. Поэтому я решила, что буду использовать данный гель как жидкое мыло. Думаю, что, возможно, так зайдет. А в качестве геля для душа я взяла ликующая Бразилия. Ну, мне хочется иметь что-то либо нейтральное, либо такое свеженькое. Вот здесь 320 миллилитров. Вот. И буду пользоваться. Когда-то я его, ну, когда купила, открыла, попользовалась и как гелем, и как пеной. Такой, знаете, оригинальный какой-то такой аромат. Он леденцовый. Здесь розовый перец и цветок каштана. Оформление очень красивое. Так что воспользуюсь. Я, правда, поняла, что в качестве еще какого-то геля надо что-то выбрать, потому что у меня стоит от Ифраше бразильский кофе, но нужно что-то еще взять, потому что этим я прям постоянно пользоваться не буду, но и как бы от Ифраше мне хотелось бы поберечь. Подумала я сейчас, подумала, поперебирала свою коллекцию и решила взять от Le Petit Marcellier белый персик и нектарин. У меня три геля такие в запасе, поэтому один вполне можно взять. Просто, если честно, я так задумалась над некоторыми гелями в своей коллекции, которые уже раритетные. И я вот думаю, попользоваться самой или же их продать, например. Ну, не знаю. Посмотрим. Но это меня моя подружка натолкнула на такую мысль. Просто гелей-то у меня в принципе очень много. Ну, посмотрим. Подумаю. Так, что тут у меня есть еще? В качестве крема для рук я использую сейчас бархатные ручки. Питательный крем. Ну, я не знаю, насколько он питательный, на четверку он, как здесь указано, или меньше. У меня руки, в принципе, не проблемные, и кремом я пользуюсь либо в свое удовольствие, или же,
Ну, чисто, знаете, так, для профилактики, для массажа, все-таки за руками в любом случае нужен уход. Вот. Приятный, в принципе, крем, но вот и можно посмотреть на просвет, он уже стоит, наверное, у меня недели две в использовании. Вот, поэтому, но если он у меня закончится в мае, да, мне не хватит, то я возьму вот Avon Care восстановление масла кокоса для сухой, очень сухой кожи. Но кожа у меня не сухая, она нормальная, 75 мл здесь. Вот, возьму вот такой вот. Далее. Так, что вам еще такого показать? А, крем для тела я взяла от Крейзи Звери. Это кто у нас? Ну, короче, Натур Сибирика. Биомасло для тела, лимонник на кедре. Диварок. Подтягивающее, густое. Ну, не знаю насчет там подтягивающего или еще чего-то. Мне, в принципе, это не принципиально. Ну, так, какими-то травками пахнет. Очень-очень приятно. Вот, поэтому буду пользоваться. Я купила тоже по какой-то то ли распродаже, в общем, как-то дешево мне этот крем достался. Он густой, я уже пару раз попользовалась, мне нравится. В качестве кускового мыла я из Питера привозила. Оль, привет тебе, огромное спасибо за такой подарок. Я все собиралась его положить в использование, но у меня еще с зимних праздников так орифлеймовский вот этот кусочек в виде елочки не закончился. Ну, сейчас я его уже просто убрала, потому что аромат у него был, конечно, такой оригинальный, довольно приятный, но при намыливании в ванной комнате вообще не имел никакого аромата, к сожалению, поэтому и пользоваться им было не очень удобно, и мылился плохо вообще, как бы это. Ну вот, а этот я половинку уже как бы отрезала, а половинку пока оставлю в коллекции. Вот, это мыло хорошо пенится, пахнет очень натурально кокосом. Там, правда, есть еще какая-то нотка такая оригинальная, но мне нравится. Вот, так что прекрасное мыло. Еще раз, Оль, тебе огромное спасибо и привет. Вот, а если у меня это мыло в этом месяце закончится, что я не исключаю, потому что у меня тянется рука к нему, руки тянутся, да, то возьму от Le Petit Marseillais клубника. Это мне подарила Ульяна. Привет тебе, если смотришь. Вот мы когда встречались с Ульяной, вот она мне, ну, в качестве одного из подарочков подарила такое мыло. Я его уже открыла, мне не терпелось понюхать. Оно очень классно пахнет, но это даже, знаете, вот я говорила, это для меня не клубника, а такая лесная земляника. Прям вот земляника-земляника. Прямо ягоды, я прям себе представляю вот эту листочки. А дальше, ну, крем для лица, это как всегда на утро. Калина, мой самый любимый крем, я его обожаю. На вечер, как водится, знахарь с экстрактом женьшеня, тоже очень его люблю. Господи, ушастый напугал, тут рядом лежит. Вот. В качестве зубной пасты у меня будет детский жемчуг, волшебные фрукты. Ну, знаете, такая паста, она хорошо очищает зубы, она хорошо пенится, приятный аромат, но со вкусом тут проблемы. С одной стороны, она сладкая, но не приторная, вроде чувствуется вкус фруктов, но при этом очень яркая мыльная нота. Но я предполагаю, что, возможно, это специально для детей сделано, чтобы их приучить, может быть, хорошо прополаскивать, потому что, да, там, если будет чисто фрукты-фрукты, то, может быть, дети не будут хорошо полоскать, а так это мотивация прополоскать рот тщательно. Может быть так, не знаю. Но мы как бы говорили с моим зубным врачом, что детская зубная паста или взрослая – это не принципиально. Главное – чистить как положено, потому что даже если чистить абы как, то и взрослая паста не поможет. Поэтому, в принципе, можно использовать. Крем для ног у меня от марки «Каждый день» с чистотелом 50 мл. Хороший крем, он мне очень-очень нравится. Вот. Также я достала из своих запасов тушь для ресниц от Faberlic Maxi Style. Вот такая вот.
Хорошая тушь, я ее очень люблю. Здесь это уже не первая. Здесь силиконовая кисточка. Тушь удлиняет ресницы, придает объем, не делает паучьих лапок. Отличная. Я еще взяла для волос вот такую вот маску Фито Суперфуд Манго, восстанавливающую. У меня там их несколько, ламинирующие, питательные. Я взяла просто, хочу потестировать, есть тут аромат манго или нет. А, собственно, это единственный мой интерес, как-то и все. Я брала то ли за 14 рублей, как-то, то ли по 19 по распродаже в Ашане. Ну, в общем, интересно. Я там брала на мелкие презенты и вот тоже и себе взяла попользоваться. Ну и, пожалуй, в завершении покажу ополаскиватель для полости рта Знахарь. Из всех ополаскивателей мне нравится именно этот. Тут он очень классный. У него не термоядерный вкус, но он хорошо освежает. И, знаете, вкус такой сладкой и приятной жвачки. И я знаю, что не только мне он нравится. У меня вот в запасе есть две штучки. Одну вот я достала. 200 миллилитров здесь объем. Очень-очень классный продукт. Ну, ароматы я никогда не показываю, в принципе, в уходе и отдельные видео не снимаю, потому что, ну, у меня такие, знаете, предпочтения. Ну, кто смотрит видео постоянно, знают. Я люблю клима, люблю опиум, в принципе. Плюс я вообще люблю такие ретро-ароматы альдегидные. Из современных люблю вот Алена Ахмадулина от Фаберлик, от Эйвон Today. Ну, короче, как-то так. Новая Заря мне нравится. Вот, например, Красная Москва обожаю, Шипр люблю. Ну и там еще разные. Короче, и все это под настроение, это даже не по времени года, потому что мне нравятся вот эти альдегидные, тяжелые ароматы, удушающие ароматы нравятся. И, например, вот Алена Ахмадулина, это аромат, который многих душит, например. А я могу им пользоваться даже в жару и дома. И мне как бы будет нормально. Для меня это прям такой теплый, уютный, приятный аромат вообще. Вот, поэтому это я не показываю. Просто затронула эту тему, потому что тут у меня на столе Красная Москва стоит. И я им частенько пользуюсь, мне в кайф. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. Пусть ваша косметика вас всегда радует, оправдывает ваши ожидания. Также я желаю вам хорошо провести майские праздники. Мне кажется, май это вообще замечательное время, особенно первые деньки, потому что уже действительно такая весна-весна, впереди лето. А раньше я вообще очень любила майские праздники, когда мы с папой ехали на дачу, на рыбалку. Для меня это прям такое было время. Но даже сейчас все равно настроение поднимается. Ну что ж, до скорой встречи. Всем пока-пока.